На пробах Юрий Яковлев горячо уверил Рязанова, что умеет скакать на лошади. И в первой же натурной сцене погони едва не расшибся насмерть. Актер не успел попасть ногой в стремя, а лошадь вдруг взяла да понесла. Прибежал Рязанов, бешеный. Значит, ты же говорил, что умеешь ездить. Ну, ничего, ничего, обошлось. В довершение ко всем неприятностям, Яковлева расшиб страшный радикулит. И он физически не мог даже просто сидеть на лошади. Что делать? Рязанов нашел выход. Все это снималось на табуретке. Табуретка стояла на грузовике, и он, значит, вокруг все эти гусары неслись верхом на лошадях, а он, значит, ехал на табуретке, потому что не мог сесть на лошадь. В этой роли Юрий Яковлев – эталон гусара. Смелый, страстный, влюбленный.